Со снежными заносами новая техника справляется в считанные минуты. Этот лаповый погрузчик в народе прозвали «золотая ручка». Из его железных клешней снег уже не вырвется. Мощная машина в несколько раз эффективнее обычных погрузчиков. В этом году автопарк муниципального предприятия благоустройства пополнили 57 единиц новой спецтехники. Сейчас она в полную силу работает на улицах города. В принципе, набор техники позволяет в комплексе содержать качественно город как в летний, так и в зимний период. Насыщение новой техникой как бы идет, и под чемпионат мира, я думаю, что у нас будет полноценный парк коммунальной техники, которая способна, так скажем, по европейским стандартам содержать город. Очищать городские улицы активно начинают с наступлением темноты. Днем уборке дорог мешает большой поток машин. В ночную смену убирались больше 100 единиц спецтехники. Снег вывозят тоннами. Для этого подготовлены 5 полигонов. Чтобы на улицах было не только чисто, но и не скользко, наледь посыпают бионордом. Уборка улиц продолжается всю ночь, чтобы к началу рабочего дня дороги, тротуары и подходы к подъездам домов были очищены. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События.